Здравствуйте, люди. Здравствуйте, нелюди. Где-то два или три дня тому назад я по интернету на сайте магазина «Все инструменты» заказал себе длинную отвертку, потому что у меня дома очень много всяких отверток, да вообще очень много всякого инструмента. Каких только нету, ребята, у меня отверток. И маленькие, и средние, и крестовые, и шлицевые. Ну, разные, короче, все не перечислишь. А вот мне, для одной из целей нужна была отвертка очень и очень длинная. А именно, размером 250 миллиметров на 8. Вы представляете, да, какая длиннющая и какая широченная. Ну вот, я, значит, на этом сайте магазина «Все инструменты» заказал отвертку. И вот сегодня ездил 3 февраля 2017 года за своим заказом. Вот, посмотрите, ребята, какая отвертка обалденная. Называется «Калибр». Видите? «Калибр». Вот, размер 250 на 8. Вот, я даже взял линейку, ребята. Видите? Обычная линейка канцелярская. И давайте я вам покажу ее длину. Вот, смотрите. Вот, видите, 25. То есть 25 сантиметров. Значит, 250 миллиметров, правильно? Правильно. Так, а здесь ширина шлица, видите, 8 миллиметров. То есть самая для меня подходящая отвертка. Видите, какая длинная. Главное, это самое, ребята, я эту отвертку сегодня до дома вез в обычном полиэтиленовом пакете. Вы представляете, запросто, да, можно было на эту отвертку напороться или кого-нибудь задеть. Поэтому видите, какая она очень опасная. Ну, что я хочу сказать про эту отвертку, ребята. Мне она очень понравилась, очень сделана качественно. Такая она очень, такая массивная, тяжеленькая. Тяжеленькая и в меру легенькая, такая удобная. И из очень, рукоятку из очень мощного, наверное, сделана оргстекла. Ну, то есть вообще просто обалденная отвертка. И что мне очень в ней понравилось, ребята, она это с магнитом. С магнитом. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, я специально взял гвоздик стальной, видите, гвоздик. Вот, смотрите, кладу на пол его. И вот, смотрите, отвертка что делает. Раз, видите, гвоздик прилип. И что интересно, магнит у нее, как-то она, я не знаю, сделана так специально, что по всему стержню она магнитит. Смотрите, видите? Ну вот. Вот, видите? Прилипло. Вообще обалденно. Очень мощный магнит. Даже это такие тяжелые вещи она это магнитит, видите? Ну вот. Купил я, ребята, одну штуку. Такую вот отвертку замечательную. Цвет синий. Вот. Так, цену потом скажу в конце. И после этого магазина строительного я заехал по пути в этот самый, в магазин «Пятерочку». И купил я там в «Пятерочке», ребята, сегодня майонез. Вы не поверите, называется майонез «Мистер Рика» на перепелином яйце. Органик, 100% натуральный продукт майонез. Премиум 67%. Натуральное перепелиное яйцо, без ароматизаторов, без консервантов, без крахмала, без ГМО, 100% натуральный майонез. Вот, содержит только подсолнечное масло, яйца перепелиные, яичный желток, уксус, соль, сахар, горчичное масло, вода, пищевые волокна. Ну, конечно, там, наверное, сгульки нос этих самых перепелиных яиц, но все равно приятно. Здесь, во-первых, 800 миллилитров,
Очень и очень свежий биоконтроль. Сделали его, сейчас я вам скажу, ребята. Так, сделали его 17 января 2017 года. Что я хочу сказать? Вообще этот майонез очень и очень дорогой. И в Ашане бывает на него тоже это самые хорошие акции. Но, а так он там, это в Ашане стоит дорого. А я сегодня захожу, короче, в Пятерочку. А мне нужен был очень сильно для салата оливье майонез у меня дома. Это моя свобода закончилась. И подхожу, короче, смотрю, там слева, направо, все такое, все не то, все не то, все дорого. Да и там легкий был майонез. Такой мне не нужен. Мне нужен был такой настоящий майонез провансаль, чтобы был жирный такой, ядреный. И смотрю, ребята, вы не поверите, у них на полке, да, стоит майонез. Вот называется на перепелином яйце. И правда еще маленькие пачки. Но маленькие меня сразу же не интересовали. Мне нужно было именно брать большую пачку, вот как эту. 800 миллилитров, где-то там 750 граммов. Ну вот, и я смотрю, написано на него акция, ребят, акция. И я думаю, нифига себе, гляну, и это самое, а он знаете, сколько стоит по акции? Я чуть концы не отдал, 69 рублей 90 копеечек, ну почти 70 рублей. И я сразу же, ребята, не раздумывая, купил целых две пачки такого майонеза, потому что это очень и очень дешево, а майонез очень и очень хороший. Татарский майонез. Так, это не реклама, это мое сугубо личное мнение. Я рекламой никакой не занимаюсь. Так, вот, посмотрите. Так, сейчас я вам с этой стороны покажу, как это все выглядит. Вот, видите, как все выглядит. Аккуратно, красиво и симпатично. Вот, видите, раз пачка. И вот вторая пачка. Я купил две пачки. Вот. Такого вот замечательного, ребята, майонеза. Вот две пачки я купил. Так. И мне нужно было сегодня там же в Пятерочке, естественно, купить глазированные сырки. Я такой захожу, смотрю. Там лежат сырки. Ну, много всяких разновидностей. Росагроэкспорт. Они очень дорогие. Там где-то за сырок 15-20 рублей. Но я так округляю там в большую сторону. Ну, не дешевле 15 рублей. Короче, дорого. Еще какие-то там по 20 рублей лежали. Ну, очень все дорого. А потом смотрю, внизу стоит коробка и написано «Сырки глазированные со вкусом черника». И называются «Красная цена». И стоит очень и очень дешево. За сырок всего лишь 5 рублей 45 копеек. В сырке где-то там 40 граммов. И я так обрадовался. Глянул, а там, короче, стоит коробка, а сырков-то и нет. Вы представляете, пустая коробка. И я такой стою и думаю, блин, что же делать? Думаю, уже уходить вроде как, а все равно я должен обязательно сегодня было сырков глазированно купить. Или думаю, может быть, это... И ведь мне надо было много взять. А там этих-то нет, да, дешевых. А дорогие там по 20, по 15 рублей много уже не возьмешь, правильно? И, да и зачем переплачивать? Умные люди... Зачем, да, переплачивать? Я, короче, не знаю, что делать. Я уже стал нервничать там, смотрю все такое. А потом вспомнил, здесь же рядом находится этот самый колледж, да. Ну, студенты, короче, в эту Пятерочку все время ходят. Вот они, наверное, ребята, эти студенты все и разобрали. Во, и осталась одна коробка. А я там смотрю, женщина, работник магазина по залу, она там это, продукты, короче, раскладывает. Вот, с полки на полку, с полки на полку. Ну и что, я, естественно, не постеснялся, я же видеоблогер, тем более общительный человек, как бы, да, такое это самое. С людьми всегда найду общий язык, я очень такой общительный, как говорится. Ну вот, подошел я к этой женщине и говорю, женщина, а случайно у вас нету там где-нибудь на складе сырков глазированных, где-нибудь там не завалялось, мне так они нужны. И она говорит, молодой человек, да, должны быть, должны, надо пойти посмотреть. Вы подождите там 5 минут. Я говорю, конечно, конечно, подожду. И вот она, вы представляете, женщина попалась очень такая воспитанная, адекватная, очень такая это добрая, добрая. Лишний раз, вот, ребята, бывает даже спросить у людей ничего не хочется, просто боишься, потому что есть люди психически, ну, нездоровые, там всякие шизофреники такие даже бывают, работают. И вот бывает, чем спросишь, а они просто-напросто проигнорировать могут, вообще тебе не ответить на твой вопрос, либо уйти, либо там грубо ответить, либо нахамить. Ну вот поэтому из-за этого лишний раз ничего у людей я не люблю спрашивать, потому что люди стали очень психически больные все, ну вот. Но не все, но много сейчас людей больных.
Ну вот. И вот это самое, она оказалась очень такая женщина воспитанная, грамотная, вежливая. И она сказала: сейчас я молодой человек, схожу на склад, да, вот, и посмотрю, вот. И вот она это самое идет и говорит: а вам, молодой человек, это какие нужны сырки? С черникой там или еще с чем-то? Я говорю: да без разницы мне, лишь бы они были бы. И она говорит: вот есть, короче, со вкусом черники. Я обрадовался, как раз мне черника-то, я люблю черничные, вот, сырки, да? И она, там у них одна или две коробки, я видел, и она, вы представляете, принесла мне целую коробку, еще запечатанную, взяла ножик такой канцелярский, разрезала, открыла коробку. Я говорю: большое вам спасибо, женщина, большое вам спасибо. Она говорит: да не за что, молодой человек, не за что. Ну вот, я говорю: за это я у вас возьму, сырков очень много. И я купил целых, ребята, 20 штук. Вот, посмотрите, целых 20 штук я взял. А в этой коробке я не знаю, сколько штук, может быть, 30 там или 40. Ну, почти я всю коробку, можно сказать, взял. Видите, вот 20 штук я взял. И вот это самое. Короче, я говорю: еще раз большое вам спасибо. Пошел я потом на кассу, естественно. Все это мне пробили, я оплатил как положено. Вышел на улицу. А сегодня я не на машине, да? А сегодня я это ездил своим ходом, то есть общественным транспортом. И пока я шел до остановки, я это, как говорится, не удержался, ребята, и две штучки съел. Съел две штучки. Ну вот, и поэтому уже не 20 штук у меня, сейчас я вам буду показывать, а 18, потому что я две штучки съел. Вот, смотрите, ребята. Вот, видите, раз сырок, называется «Красная цена», сырок глазированный, черника, заменитель молочного жира, черника, массовая доля жира 23%. Сделали очень и очень свежий. Посмотрите, ребята, 27 января 2017 года. Очень свежий. Где сделали, я говорить не буду, потому что это ни к чему. Это самое, кому надо, вы сами посмотрите там в интернете. Но факт тот, что сырок называется «Красная цена». Вот. 20 штук я купил, 2 я съел, вот поэтому 18 я вам покажу. Смотрите, раз штука, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот 18 штучек. Все, две штучки я съел. Еще раз повторюсь. Вот, видите, целая гора, ребята. Здесь почти около килограмма общим весом. Ну, вот такие вот сырки я сегодня купил. Я очень рад. Так мне вот, в принципе, повезло. А если бы я сегодня это самое приехал бы на машине или там на такси, то можно было бы взять вообще целую коробку. Ну вот, короче, ребята. Значит, все, в принципе. Вот такие у меня сегодня были покупочки. В магазине все инструменты. Я вот такую отверточку, значит, заказал. Я очень ею доволен. Очень мне она понравилась. Хорошая отвертка, такая прочная, хорошая. Нигде ничего не люфтит. По башке даже можно дать. Или он для самообороны. Раз там кому-нибудь в шею. Ну, кому-нибудь там это. Бандюги какого-нибудь. Ну вот, все, ребята, в принципе. На этом все, да? На этом все. Давайте теперь смотреть, мои хорошие, сколько чего у нас стоит. Ну а что тут, в принципе, смотреть? Здесь и так все видно и ясно. Ну вот, майонез, значит, вот такой я сегодня купил. Две пачки, да? Две пачки. Цена за одну пачку составляет майонез Мистера Рика на перепелином яйце 67%. Так, 69 рублей 90 копеечек. Я купил две пачки, вот. Видите, да? И сырки вот такие, 20 штук. Так, цена за один сырок составляет 5 рублей 45 копеечек. Итого я сегодня, 3 февраля 2017 года, в 16 часов 11 минут в магазине «Пятерочка» потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила 248 рублей 80 копеечек. Но эти 80 копеечек мне это сделали, короче, на них скидочку. Скидочку сделали 80 копеечек. Итого с меня взяли 248 рублей ровно. Я дал наличными 300 рублей,
Сдачу мне дали 52 рубля ровно. И за тверку, вот за такую я отдал в магазине, 114 рублей всего лишь. Видите, как дешево? 114 рублей. А езжайте куда-нибудь там на рынок, на барахолку. Там все у барыг очень и очень дорого. Вот, все, в принципе. Ну а на этом все. Всего вам доброго, люди. Всего вам доброго, нелюди.